Всем привет, ребят. Ну что, вот я прокачал очередную имбу на максималку. Это у нас Фрея. Не знаю, что она покажет. Вот такая вот сборка. Сейчас я поубираю всех остальных героев. И мы просто чисто затестим ее. Ну, думаю, тут будет жестко все. Поменял ей пиромага. Там была передача энергии. То есть плюс... Так, всех убрали. Да. Плюс... Не максималка, не 25, плюс 20, потому что это будет очень долго. Я хочу побыстрее затестить этого героя. В общем, сейчас мы посмотрим, что она может. Поставим еще сюда грубую силу для крита. В общем, вот такая вот сборка. Статы я даже боюсь смотреть. Ставим панч бокса. Ребят, это, по-моему, жесть. Свыше 50 тысяч атаки на Фрей. Вы себе представляете, что это такое? Ну, что это за статы? Это просто нечто сейчас будет. Вот так вот она у меня собрана. Давайте даже сейчас уберем ХП отсюда. Вот даже точность даже получше будет, чтобы не миссило. Такие вот статы. Давайте еще дополнительно посмотрим. Что я могу вам сказать? Сейчас мы это все проверим. Сейчас будет, думаю, жарко. Жарко и жестко. Так, окей. Ну что, поехали. Давайте начнем с рейда. Конечно, у нас есть смотритель. Надо нам смотрителя убрать, чтобы мы видели реальную атаку. Ставим еще сюда ворожея. Итак, смотрим. Что там? Ну тут Фрея на Фрея будут долго воевать. Так, ладно. Ну, как по мне, тут нереально что-то сейчас тестить. Просто, наверное, будут герои пропадать. Есть. Интересно, мы найдем кого-то интересного такого, чтобы можно было нормально лупануть. Так, ну Фрея на Фрея, это понятно. Поехали. Поехали в нашу любимую подземку. Что самое интересное сейчас будет посмотреть, сколько она будет выбивать, потому что атака ну просто нереальная, плюс еще панчбокс. Просто жесть. 8 миллионов обычный удар, ребят. А так они просто улетают с тычки. У них 10 миллионов. Ну, то есть мы не можем замерить. Ну, то есть это нереально замерить, какой у нее урон. Сейчас посмотрим по дракону. У дракона там тоже, по-моему, около 15 или сколько миллионов. Я не знаю, на ком мерить. Это просто неубиваемая тема. Смотрим еще раз. Представьте, что будет под бафами. Смотрим на большого дракона. 5, 4, 6. Но вот эти просто стычки улетают. Я офигею. 8 миллионов обычный удар. Это, конечно, наверное,
Что-то нереальное. Сейчас посмотрим, что оно в PvP локациях будет показывать. Восемь, 11, почти 12 миллионов обычный удар. 8,7. Я офигею. А крит сколько будет? Вы представляете себе, что она может... Ну, какой у нее урон, если снять ограничение там с архидемона? Она его просто может там ушатать за пару этих. На разгонах. Нереальная. 257. Так, разогналась. Так, ну огник нам не интересен. Сейчас все время будет просто огника долбить-то и все. Нереально круто. Так, окей. Хорошо, поехали. Поехали куда? Ну, поехали на арену. Что она с ними тут делает? Просто, просто аут. Сейчас пусть они ее затронут. Смотрим. Минус, минус, минус. Ну все, она там на Фрейю зацепилась. Это просто офигеть. Тут по Фрейе опять же бьет. Это капец просто. Она просто выносит. А, третий, говорю, это четвертый у меня уже герой. Такс. Я думаю, тут сколько бы монет, она всех будет просто тупо ваншотить. 50 тысяч атаки у Фрейи, ребят, там 11 у нее родная, это плюс почти в 4 раза больше прибавка. Ну, вы представляете, что это такое? Такой сборки. А под бафами я даже не хочу представлять, что там будет под бафами делаться. Посмотрите на урон панчбокса, внимательно посмотрите на урон панчбокса. Сейчас увидите на заборе, что он делает. Главное, чтобы на ней было. Сейчас посмотрим. Короче, нереально, ребят. Это очень, очень заоблачный герой получился, я не знаю. Может, возможно, и не надо было даже качать Рею, потому что, ну... Забор просто, даже не видно урона. Ну, я не знаю, нету. Ну, давайте еще дальше пробежимся. Сейчас я по боевиков всех повыпускаю. Сейчас
До самого последнего добежим. Посмотрим. Там, как обычно. О, ничего себе. Смотрим. Тык, 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 тык. А не, смотрите, не ударило этого. С первого раза не получилось. Минус 700, просто там первый или второй удар, ребят. Это просто первый удар, минус 700к обычным ударом. Я просто в шоке, что она будет делать на PvP локациях. Это мы скоро узнаем на этих выходных, у нас уже будет. Надеюсь, до выходных я еще кого-то подкачаю. И мы с вами затестим. Так, отлично. Они тут какие-то слабенькие все. Там сейчас Ронин просто от патчбокса упал. Представляете, сколько панчбокс урона наносит на такой сборке? Какое его усиление от атаки героя? Нереальное просто. Да. Так, ну, надеюсь, сейчас будет какой-то интересный финальный противник у нас. Ну... такое себе, давайте еще поменяем. Еще лучше. Так, ну тут что-то такое есть. 200-е там, ну они не вкачаны. Ну ладно. Ля-л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 я. Стрелок там остался. Давайте унести мою Фрею, хотя бы вы. Стрелок, давай. Красавчики. Все, ребятушки, она не имба. Она не имба. Так, поехали. Вот сейчас будет самое интересное. Сейчас я гляну, или есть у нас лабиринт открыт. Отлично. Просто отлично. Поехали. Нам бы, конечно, сейчас найти кого-то противника. Тут нереально, посмотрите, сколько урона патчбокс наносит. Просто как-то, ну, как-то смешно. Они добегают, их патчбокс шотит просто. Надеюсь, сейчас найдем кого-то противника, чтобы посмотреть, что же все-таки будет у нас. Против нормального противника, а не бота. Пока только боты. Но это первые этажи, в принципе. Тут один панчбокс просто выносит. На такой атаке нереальное что-то. А ну без, блин, что ты хотел там сделать? Кстати, сколько мне опыта дают? Тоже интересно посмотреть. У меня что, сила увеличена? Нормально, так, 1670. Что-то не вижу я особого увеличения по сравнению. Точно так же там 1630, 1670, по-моему, где-то так. За обычных дают. О, это уже интересно, это уже был какой-то противник, да, у нас. Тоже смотрю с Фрей. Фрея стрелок. Да, тут зашатали. Не дали зарядиться, отлично. Красавчики.
В общем, стрелок тащит, ребят. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали. Еще интересней. Забытая. Кстати, мы в забытой сейчас потестируем другой вариант. Уберем грубую. Грубая нам как бы особо роли тут не сыграет. А поставим сюда даже не утекание, а поставим сюда просто выживание. Чтобы посмотреть еще на отхил. Давайте, кстати, посмотрим отхил Фредди каком-то. Интересно, что у нас будет. Если, конечно, там кто-то выживет после ее бомбежки. Но интересно на это глянуть. Ой, блин, я ворожая выпустил. Но там уже все умерли. Так, отлично. Смотрим. Оу, Майк. Ну, давайте. Вот вы представляете, сколько это урона надо нанести ей? Вот посмотрите, сколько урона. Сколько сейчас, интересно, у нас, если выживание нормально сработает? А, оно не сработает, отхил. Вот видите, еще есть варианты, как ее заблочить. Вы видели, сколько урона она получила, пока ее убили? Это просто жесть. Недомогание, в общем, еще тащит. И зеленый смотритель. Недомогание сработало, отлично. Вот, кстати, смотрите, как вообще четко. Половину уже снесли. Смотрите, четко вообще работает. Не дают отхилиться. Плюс 800 тысяч. В общем, ребят, в любом случае, чтобы бороться с ней, надо недомогание. Как видите, оно еще спасает. В другом противном случае, просто нереальное. Посмотрите, сколько по ней там дамага проходит. Жесть. Это мы еще без отхила. Это мы бегаем с панчбоксом. А если на ней будет отхил, ну я не знаю, каким образом там его перебить. Просто даже не знаю. Можно и утекание поставить, там слона влепить. Ну, в общем, вариантов много разных есть. Поехали на самое интересное. Вот сюда. Эти друзья могут, кстати, затащить. У нас маловато отхила. Нас могут заблочить. Ангела надо ей. В общем, ребят. Это, знаете, это просто, ну... Это просто аут. Один герой сделал минус 5. Прокачанных офигенных героев, там огник, все дела. Не знаю, что вам на это сказать. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, как по мне, это просто взрыв мозга. Жесть. Просто жесть. Ну, кстати, Ронин еще может ушатать, но я думаю, сейчас у нас отхил, ну, без варианта. Плюс 800к отхила, это просто вариантов нет.
Да. Это я даже не знаю. Ну, тут слабенькие, наверное. Да, тут слабенькие. Сейчас просто панчбокс их поразбирает нафиг. Да куда там? 50-ка атаки просто обычная. А на разгоне там вообще миллионы просто вылетают. Надеемся, сейчас найдем кого-то еще топчика. Вот, кстати, Махатма. Но опять же, наверное, не эволюционированная. А, не, с эволюцией. Отлично, смотрим. Смотрите, сколько там дамага. Просто нереально. До половины просадили. Может и больше, я просто не вижу. Что, все? Все. Они ее просто не могут. Жесть. Да, она фуловая. С выживанием это просто, ну, нереально. Миллион выбить, и она себя отхилит. Только единственное, блокировать недомогание, стан. Все, это все, что там спасет еще. Ну тут может быть, кстати, вечный бой. Не? Просто жесть. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, что вам на это сказать. Пишите комменты, ставьте лайки. Но это нереальная просто имба, которую я не знаю, как убивать. На такую попадешь в забытой с пачкой, с отхилом. Ну не вынести вы ее, ну никак. Просто Unreal. Я не знаю даже, где ее тестировать. Сейчас я еще потестирую на других локациях. Ну, это просто... Посмотрите, вот разгон начался. Просто тычка. Ею битву гильдии проходить даже, думаю, там просто утекание ставишь, где-то вдали кидаешь ее. С таким... Да даже не надо отхил. Просто так, такая вот сборка. Да, эти цапаем, все. Просто нереально. Так, еще небольшой тестик. Еще раз на подземочку просто сбегаем посмотреть. Все-таки хочется еще раз посмотреть на это, как пропадают герои. Вот единственное, кто Фрей и Огник, у кого есть ограничения, все. 4, 7, ну, видите, по разным рендам. 9800 обычный удар. Что еще хотеть? Я офигею. А, это у нас 9800, это у нас не топовые эти еще, у нас просто выживание стоит. Короче, пишите комменты, лайки, репостики, все дела. Это просто жопа. Всем удачи, всем пока.